Здравствуйте, друзья! Сегодня поехал в Анапу отдыхать в воскресный день и не мог заехать в Субсех, показать дом, который мы тут достроили. Это типовой проект 125 квадратных метров. Уже ремонт сделали, единственное, что еще уборщица тут не прибиралась. Посмотрите, где он расположен. Это в районе Лысой горы, буквально вот за домом море, ну вот где солнышко. Вот такие окрестности. Вся Анапа как на ладони. Стройка тут идет, конечно, бурным ходом. Субсех расстраивается, тоже как и Гастагаевская. Вон там вдалеке Анапа. Сегодня маленько туманно, плохо видно. Давайте пройдем в дом и посмотрим, что там. Начнем обзор с участка. Ну, как я уже сказал, мусор еще не убрали. Ну, с другой стороны, будет приятно тем, кто сюда вживую придет, потому что мусора уже не будет. Ворот вот такие сделали. Расстояние до забора. От забора до дома 3 метра. С другой стороны то же самое. Придомовая территория достаточно большая, то есть машина влезет. В принципе, в этот проезд можно еще две машины загнать, одна за другой. Давайте посмотрим дворик. Участки для субсеха у нас большие. На этом домовладении 5,4 сотки, что весьма и весьма отлично для этого населенного пункта. Дом сделан в кирпичной отделке. И он, кстати, с подвалом. Давайте посмотрим на подвал. А, кстати, скважина есть, то есть, если нужно будет огород поливать, то можно скважиной пользоваться. Тоже осталось здесь. И вот такой подвал. Давайте в него зайдем, уже там электрик поработал, освещение сделал. Ну, подвалы стандартные, 27 квадратных метров. Интересно, свет работает, нет? Так, где он включается-то? А, вот там. Ладно, не будем включать. Здесь вот включался. Так, и посмотрим домик сам. Виды классные. Сейчас с окошка покажу со второго этажа. Вообще шикарные виды. Сразу лестница на второй этаж, такая же, как и в Гастагаевской, все то же самое. Санузел, смотрите, в каких приятных оттенках, зеленый, окошко, все есть уже. Так, двери, кстати, многие просят сближены показать фактуру дверей, пожалуйста, смотрите. Вот. Комнатка на первом этаже. Вид из окон на участок, во двор. Обои. Вот такие. Какое тут эхо большое. Дом пустой. Кухня-гостиная. Сейчас покажу вид с фасадной части, с первого этажа. Ну, со второго этажа вообще шикарный вид. Вот такая кухня-гостиная. Давайте поднимемся на второй этаж и посмотрим, что там. Окошко и коридорчик. Санузел здесь. Уже в других оттенках. Света пока нет. Или отключен, не знаю. Вот такие вот плитки использованы по цвету. Комната одна. Эта комната небольшая. В принципе, можно для детской использовать.
Вот такие обои, посмотрите. Двери такие же, в принципе, как и я уже показывал. Фурнитуру на дверях. Все в пыли пока еще, но вы извиняйте. Только-только дом сдали, еще не отделывали его. Ой, не мыли, мусор не убирали тоже. Ну, в общем, стандартный типовой проект 125 квадратных метров. Высота здесь вот, вот на вот этом скосе 1,80 м. То есть стоять можно в полный рост. Ну, посмотрите вот внимание на окошко и на скос. То есть он достаточно высокий, видите. Вот вид со двора. Вид со двора. Так, давайте теперь посмотрим еще одну спальню. Вот такая она. В принципе, идентичная, только окна выходят уже на фасадную часть дома. Вся она пока как на ладони. Ну, вернее, это со всех на ладони. Она по несколько левее. Сейчас в тумане ничего не видно. Вот такой дворик. Ворота, калиточка. Соседи, обратите внимание. То есть все дома тут большие. Давайте подытожим, что мы видим на втором этаже. На втором этаже мы видим 3 спальных комнаты, санузел и достаточно уютный коридор, в котором даже можно небольшой диванчик поставить. На первом этаже кухня-гостиная, санузел, прихожая. Под лестницей, кстати, очень уютно можно расположить зоны хранения вещей, то есть какие-то шкафчики сделать. То есть вот я здесь в полный рост сейчас стою, место позволяет. Так вот. Если будут вопросы по конкретно этому дому, задавайте их в комментариях. А я, пожалуй, поеду на Красную площадь. Там сейчас кино у меня начинается интересное. Пожалуй, закончу обзор. Всем пока!